Не перевелись еще на Руси Бонни и Клайды. Только истории жителей Захаровского района не суждено из сводок криминальных новостей перерасти в сценарий для голливудского экшена. Минувшей ночью в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о разбойном нападении. Жертвой преступления стал рязанский таксист. Молодые люди воспользовались услугами такси и с площади Театральной города Рязани направлялись в сторону Михайловского района. На границе Рязанского и Захаровского районов путем применения насильственных действий в отношении водителя такси мужчины завладели его транспортным средством, похитили сотовый телефон и денежные средства. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из молодых людей самостоятельно сел за руль такси, и они направились в сторону деревни Безлычная Захаровского района. 2000 рублей, мобильный телефон и, собственно, автомобиль стали добычей преступников. Мужчина, придя в себя, смог добраться до центральной трассы, остановить машину и позвонить в полицию. Приняв тревожный вызов, дежурный объявил в области план перехват. На дороге деревни Безлычная произошел съезд в кювет автомобиля «Шевроле Лачетти», которым управлял 24-летний мужчина. В салоне автомобиля находился его друг и 26-летняя девушка, жительница города Нижний Новгород. В результате происшествия пассажирка получила травму головы и госпитализирована в областную клиническую больницу города Рязани. В этот момент сотруднику полиции было уже известно об угоне транспортного средства. Двигаясь по следам преступников, полицейские обнаружили произошедшее дорожно-транспортное происшествие и задержали нарушителей.